Павел Гейм Чаннел. Приветствую, испытуемые! На ваших экранах Portal 2. Продолжаем играть разные карты. Сегодня у нас Portal 2D, но 3D. И камеры с 1 по 10. Я так полагаю, сделано как пародия на флеш-игру. Так что, поэтому я отложу это все на отдельные видосы. Давайте теперь смотреть. Так, у нас Portal Gun'а нет. Десять камер. Да, силами, я думаю. Так, наконец-то Portal Gun. Но чисто синий. Опа. Сверху пространство нарисовалось. Заполненько сделано. Но камеры, конечно, ультра простые прям. Хотя я не знаю даже, сколько всего вгрохать тут автору пришлось. Ну, что-то колесо перестало работать, не пойму почему. Ну, хрен с ним. Так, ничего, прыжок надо исполнить. Сомневаюсь, что я отсюда допрыгну. О, на удивление. Но теперь надо выше брать. Так, второй портал. Портал. Сразу к выходу, что ли, пришел? Ладно. Да ну нахрен. Панель веры. Еще одна панель веры. И без панели веры справились. Так, ну вот и все, первые 10 камер подошли к концу.
перейдем к почти следующей десятке, там с 11 по 18. Удивите меня. Световые мосты. Что-то как-то я прям спидраню жестко. Практически никаких на пути. Где голову бы поломать, а? Логично, портал криво стоит, и мост тоже кривовато немного. Сразу смерть моментальная. Зато автосейв хоть есть. Захлебнулся. Так, окей. Что мне еще тут можно сделать? Тут я больше не вижу поверхностей. Вру, вижу. Блин, если бы колесо работало бы. Странно, что что-то не работает в игре. Так, теперь лазер появился. О, боже мой, потрескавшаяся. Больше лазеров. Отражающий гель. Прям так даже. Дальше-то я не знаю. Хм, вот как отразили. Просто too easy.
Даже так то изи. Ну хоть гель отражающий ввели, на том спасибо. Уже думать чуть-чуть приходится. Хотя бы на 2% мозг задействует. Ну, красавчик, чё. Так, что тут? Там лазер будет светить. I was understand. Слишком просто. И это все. Хотел обилие камер, пожалуйста, обилие камер. Только они все простецкие. Кошмар. Ну, 10 минут мы потратили на это, на удивление. Вы... Ну ладно, пускай будет. Жалко. А, неужели нету чего-то между? И много хороших камер, и сложные камеры, и контента хотя бы на минут на 30, а не на 10 минут. Причем это на две карты размазано. Ладно, чё, друзья мои, очередное видео по Portal 2 позади. Спасибо, что посмотрели, испытуемые. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новенькие видосы. И про комментарии не забудьте. Все, на этом все. Всем пока.